OMTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишите коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Это же тотальная безграмотность. Тотальная безграмотность. Я вот по поводу э, выступления Зеленского, знаете, очень удивительно слушать президента и главнокомандующего страны, который говорит, что на сегодняшний день я не вижу целесообразности привлечения 500 тысяч э, человек мобилизованных. То есть это говорит президент страны это говорит главнокомандующий в это самое время массово идет незаконная мобилизация украинцев по всей стране понимаете то есть возникает у меня вопрос либо этот человек не управляет процессами внутри страны либо он лукавит либо он лукавит а в отношении мобилизации я много раз на вашей передаче говорил Одно дело в самом начале этого конфликта, когда были заряженные э, националисты, да, которые принимали для себя решение идти и воевать с Россией, это была одна история. А когда сегодня из рук родителей вырывают детей, это совершенно другая история. И вот случай в Харькове, когда 70-летний старик, который жил в селе, у которого забрали ребенка с астмой без медосмотра и отправили на войну, он просто пришел, вычислил этого военкома и засадил ему несколько раз ножом в шею. То есть эти процессы, они уже станут необратимыми. Еще раз подчеркиваю, есть большая разница. Это уже Да, военком. есть большая разница между тем, что твой ребенок принял решение сам и пошел воевать, это одна история. И между тем, что он не хотел идти воевать, но ты пришел, Ничего не мог. ты пришел, Отнял у меня ребенка, отправил его на войну, и он погиб. И претензии тут будут исключительно, конечно, к украинской власти. Теперь по поводу свобод. Порядка 74 тысяч уголовных дел политических возбуждено в Украине. Я не буду говорить о закрытых политических партиях, масс-медиа. Кстати, насчет масс-медиа интересный момент есть. Вот когда говорят о том, что... Это исключительно в рамках военного положения. Зеленский принял решение для того, чтобы взять под контроль информационную политику. Он создал вот этот единый телемарафон. На самом деле все оппоненты Зеленского утверждают обратно. Они говорят, что на период отсутствия политической жизни в Украине, украинские олигархи не хотят финансировать телевизионные каналы. Им это не интересно. И на этот период времени они фактически передают свои телевизионные каналы. Под контроль и финансирование государства. То есть, ценой налогоплательщиков, Зеленский, содержит олигархические телевизионные каналы до момента возрождения политической жизни. Я вас уверяю, как только возродится политическая жизнь, рухнет сразу телемарафон, каждый вернет себе свои телевизионные каналы и будут продолжать участие в активной э, политической жизни Украины. Кстати, насчет политической жизни. Можно, конечно, сколько угодно спорить, будут выборы или нет, но я сегодня смотрю наш э, э, гетьман тот, который был раньше, который успешный, который дал Украине все, я так понимаю, да? Вот при нем поля колосились, зарплаты росли, справедливости было очень много, чрезмерно много. Я почему так говорю? Потому что я посмотрел его видеоролик который не сняли, где весь народ его приветствует, где весь народ кричит ему дякую. Я, честно говоря, я вот смотрю на все это и думаю, господи, вообще у этих людей хоть, хоть какая-то капля совести есть или нет? Ну вот, вот ну, ну в принципе, ну хоть что-то вообще человеческое в этих людях осталось, я так понимаю, ничего не осталось. Там пустота. Понимаете, место, где там была совесть, давно травой поросло. Мне кажется, надо косить, а лучше, наверное, все-таки корчевать. Все же там есть. про головне. Это, это вообще сумасшедший дом. Привет, дорогие друзья, и давайте, как обычно, начнем с какой-нибудь абсолютно безумной новости. Сказочный депутат Гурулев, который до этого так завуалированно предлагал уничтожить 20% людей в России, теперь выступает с новым предложением, не менее сказочным. Физически? По-простому. Ну, физически у нас вот, смертная казнь запрещена. Да. Точнее, у вас моратория, я неправильно сказал. Моратория, моратория на смертную да. казнь. Да, это, конечно, несколько дезавуирует предыдущие предложения Гурулева. Надо же, запрещена. Ну, в смысле, мораторий. Какая досада. Но ничего, есть предложение не хуже. Как вам такое? Возродить ГУЛАГ. И здесь не обсуждается. Но если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но ну, я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе колумского тракта. Это правда. Естественно, нормальным людям сразу видно первая и, наверное, глобальная проблема сказочного Гурулева. Он собою пытается заменить вообще все вокруг. Он думает, что он, к примеру, это и есть Родина. А уж насчет тех, кто против государства, не совершает преступления, за это как бы все уже предусмотрено уголовным кодексом. А просто против. Тех тоже, да? На Колыму куда-нибудь, правильно? Возродить ГУЛАГ для таких, прям чтобы Кайло в руки все получили. А Гурлев и дальше будет рассказывать, насколько это все правильно, как это все здорово и хорошо. И, конечно, это, пожалуй, единственная польза от таких инфопомоек, как, скажем, Царьград. Ну, потому что вот подобные сказочные персонажи, как Гурулев, там чувствуют себя абсолютно комфортно. Можно сказать, как в теплой ванне. В своей тарелке. Расслабляются. И из них прям вот это. То, что внутри, оно прям прет. Жаль, нельзя расстрелять. Смертная казнь, видишь ли, не работает. Всех отправить в гулаг. А дальше он прям в прямую людей, которые не согласны, называет гнилью. Прям гниль, оказывается, а не люди. В общем, типичный депутат сказочный гурулев, а в государственную думу внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Там не только за фейки, там все значительно шире, а также в этом законе будет предусмотрено лишение званий. Опять же по этим же самым основаниям. И это понятно и очень важно именно сейчас, конечно же. Мало же всего того, что уже есть, мало этой максимальной строгости в которой люди действительно получают реальные сроки. Надо еще и конфискацию туда дописать, естественно. Ну, не заниматься ж проблемами, а, собственно, и зачем. Вон продолжается коммунальная, коммунальная стабильность. Теперь в Казань прорвало водовод так, что в городе образовалась небольшая отдельная река. Но ну, здесь, наверное, как всегда. Да не стоит обращать внимание, ну всякое бывает. Давайте лучше еще раз по какой-нибудь пропаганде покажем телесюжет про то, как канализацию прорвало, скажем, где-нибудь в Киеве. Вот это точно надо посмотреть, об этом точно надо знать. А что там в Казани? Ну, прорвало, подумаешь. История, которая на этой неделе была без преувеличения прикована буквально всего внимания – это история кота Твикса. И, конечно, в этой истории максимально возмутительно то, что, как у нас зачастую бывает, беззащитное существо погибает в результате халатного отношения к своей прямой работе каких-то должностных лиц. Что за бред насчет того, что она думала, что это бродячий кот? Ну да, бродячий кот проник в закрытый вагон прям по ходу следования. Такое вполне могло быть, почему нет? Как она могла не знать, что это животное едет? Офіційно. на нього по-любому був білет. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.